получится. Интересно, почему капитану Инварднеса без этого, без приписки. Да, да, действительно. Так, в общем, стримим мы Dota 2 лига, ой, какой там, Дальневосточную лигу. Мы стримеры, это из команды Красава Редат игроки, капитан Спарки и я так, лесник, который там что-то там играет. Стримим кап. Что тут? Игра какая-то. Сейчас скажу название команд. Ну как какая-то? Я думаю, это что-то из них будет победителем турнира. Кстати, да, вот сверху команда Свен, там, Килл Дубова, вроде бы жесткий. Инварднес, ну тоже вроде что-то умеет, там, как бы. Поэтому вот так. Сейчас где там фидбэк-то есть? Еще рано, еще 3 минуты не прошло. Ну тогда говори по пикам, что тебе не нравится, ты как пикер команды Красава Ренат. А, подожди, я воткнул этого. Ренат, это лоу, сейчас. Ну что по пикам? Да, все, он есть. Веномансер на ФП уходит. Неплохой такой выбор. Конечно, можно многим законтрить. Хочу отметить. Но надо же что-то брать. Визажа не забанили. В принципе, ну, наверное, никто не умеет. Ну да, есть у нас. Недавно был в комьюнити, слухи ходили по тому, кто же самый лучший визаж дальневосточной сцены. Забирают алхимика. Интересно, кого брать еще. Кашляю, кашляю. Люблю вот это алхимика на фёст пике. Можно поставить на любой лайн его. Вот эти вот новые. На эншитов. Можно очень сильно запутать другую команду таким пиком. Что же можно еще? И вайпера берут. Ну, такое вайпер. Не люблю исполнять на нем. Часто играю. Че ты как дурачок какой-то говоришь? Нормально говорю. Ага. Толстый герой взяли. Кстати, вот вайпер очень сильно контрит виномансера. Да, наверное, поэтому и взяли. В плане того, то, что там тот его мажет, и столько дамага обратно возвращается с пассивки. Ну, Вивера не самое лучшее решение, думаю, сейчас брать. Ну, хотя деле, вот подбанивают война. Веника не надо было так рано взять, мое мнение. Все-таки. Ну, Бэйна подбанили. Сейчас, просто Вивера можно любым станом закомплить, потому что алхимик уже есть. Сейчас добирается какая-нибудь СМ-очка. И все, этот вивер вообще жить не будет. Дается колба, стан, и он умирает. А кто там самый жесткий-то из них? Кто пожестче за кого болит? Ну, пожестче верхний, я думаю. Глянем, глянем. Претенденты на топ-1. Также, давайте я пока пик покажу сеточку. Сеточку. Здесь мы видим несколько знакомых команд, несколько незнакомых. Ну, в первую очередь отметить Тайгер, это бывший Green Team. Ну, команда известная на сцене, так сказать, не первый раз. Хорошая команда. Добротная. А, подожди, меня говорят тихо, слышно. А, нет, все нормально, нормально, качественно все. Слышно всех. Горячо Голем, вот эта вот команда спорная, о которой, ну, вот этот неприятный момент на капе номер 2. Все, наверное, слышали. Да, неприятный. Смотрит. Странные какие-то мутки, темы, там, фрислоты, вот это все, я не в курсе, но в итоге они играют. Ой, забанили БХ Инварднес. Секунду. Не знаю, с чем это связано. Ну, что-то не уверенно. Не уверенно банят вот эти вот нижние Инварднес, да? Ну, Бэйн, Лич, Бристл хорошие баны, но вот БХ непонятно. А Мирана осталось. Хотя, ну, можно же. Не, ну, конечно, можно было и Мирану подбанить, ну, или Инвокера. Все что угодно. Но точно не БХ. Странно, что визажа. Может быть, сейчас каких-то еще инвизеров будут выбирать? Вот, визаж бани, да? Все, визаж бани. Да. Странно, ну, такое. Эти забанили, причем верхние. Да, учитывая то, что у них сейчас будет, да, пик. Да, им бы зашел очень хорошо под триплу. Вот так можно было, кстати, такую триплу и поставить. Вайпер. Я думаю, сейчас доберут какую-нибудь ЦМ-ку и будут ромить алхимик ЦМ-ка. Или Рубика, все что угодно со станом. Ну, вайпера
Тогда придется или в софт ставить соло. Вайпера ставят в софт. Или в мид. И все, их спокойно ходят по карте. Ну или в мид. Но в миду от него толку не особо будет. Ну, Сларка, бан странный. Вот я бы сейчас взял ЦМ-ку. Прям вообще. Или Рубика. Рубика взял бы, потому что у него есть аура, и будет контрить ульту Виномансера сильно. На двадцатку резать, или на сколько там. Ну, больше. И первом. Стан есть какой-никакой. Да, под алхимика нормально. Под алхимика тоже там ромить. Поднимает. Да, и против Вевера он бросает бан. Поднимание долгое вот это вот. Да. Там если еще шикучи своровать, то вообще можно инициировать очень жестко. Нормально, нормально. Ребята думают, что-то не знают, что взять. Походу ждут, пока дилей кончатся и наши эти прослушать. Может быть. Домыслы. Ой-ой-ой, вот он, вот ну он. Ну вот, берут ЦМ-ку. Ну вот такой. Нормальный герой. О-о-о. Ну что-то жадно берут. Забирают лайфстилера, но не знаю, там есть вайпер, который будет давать люту в Найкс. Да, странно, странно. Просто будет катиться как... Походу, как говно. Ну, как бы, как... Немного непрофессионалами, кажется, нижняя команда. Хотя немного не недопонимают, да, какие герои, какие странно, отряд. Что, да. Еще и после, еще и главное, у них есть Вивер, да, который точно там один будет ходить минут 30. И этот на экс. Я думаю, сейчас они доберут Пака или Квапу и будут устраивать на экс-бомбу. Ну, если пойдет, как бывает, не идет. Вот тем более герои толстые, будет... вот, например, алхимика, ну, если он успеет, например, руль нажать, ты уже не ваншотнешь бомбы. Вайпера тоже. Ну, не знаю. Тем более... Против алхимика Пак хорошо заходит. Ну да. Там в раскрутку дать сало, и он взрывается. Найкс тоже хорош против алхимика, как бы. Алхимик без армора. У Найкса физикал, пассивка вот эта. Хороший герой у обоих команд. Жесткая трипла. Это хардоу... А, да, да, да. Это веник Андайнг. Да, да, да. Давно не видели Андайнга. На ДВ-сцене так точно. По крайней зря мере, они, конечно, сейчас взяли, можно было сейчас на последнее пак. Оставить, да, и полить вообще. Его бы не забанили. Ну если 3-3, сейчас... еще непонятно, кто кого убьет. Команда Смайла думает, что подбанить. Ну как бы останется них... по-любому герой. Квапа, что пак, без разницы. Ну, может и есть какая-то разница, но... Будет еще... Там... Зачем-то банят Пугуну. Не знаю, походу не боятся этих Найксов за ну, урывок. И... Мидер она, ну да, странно. Причем у инвардной сласпик будет они, то есть могут легко законтрить ихнего мидера. Бан Разора странный тоже. Не знаю, как-то банят. Ну, Разор. Может быть ОД возьмут, если забанят. Ну тут ОД вообще... Я и думал, после бана Пугны возьмут ОД, но ОД фьюз баню его наверху. А, я и думал, но они хотят себе, да. Списывался и так много кэрри. Не, ну вот верх бы он списывался, если бы подбанили Пугну для тимфайта, взяли бы Дистра, и он бы законтрил сразу и Квапу, и Пака, и Шарма, но не так как-то пошло. Так, чекают конфу, какие-то проблемы, кого-то нету, кто-то не пришел. Ну, Клинкс, бывает. О, еще и вертолет. Все-таки это медовый вайпер. Скорее всего. И саппорт. Ну да. Алхимист. Ромищи. И в трипле, типа, сильная трипла с вертолетом. Но не знаю, насколько она сильная. Как бы все от исполнения зависит. Вот нижняя трипла вполне может все хорошо сделать и просто не дать. Ну то есть тут как от скилла зависит. Не сказать, что тут что-то выиграно. На пике. Ну хорошо взяли гирокоптера, чтобы убивать. Тамбу и этих зомбарей всех. Да, нормально. Пацаны что-то знают. Ой. Угу. Не просто так пришли в доту играть. Ну, я думаю, все пойдут по своим сейфлайнам. Не будет хардовых трипл. Ну, вот это тогда, скорее... Вот сейчас от последнего пика, как бы, много будет видно, кому на руку... ну, стояние в сейфах обоих. Вот. Сейчас думаю, ЦМ-очка кого, да? Хороша тем, что она как бы может и в лес уйти, да, в сейфлейн, ну, команды Свен, любого. Кстати, почему-то не выбрали команду, ну, название.
тяжело ориентироваться. А алхимик типа на отводок будет качаться? Ну, алхимик или на отводок, да. А потом бабах, ну, подформили третий на отводах, на лесу бах, там, на мид побежали. Вот мидера нет, им нужен такой мидер, который... Ну, вот пак бы идеально зашел. Он и шифтить может банки, и, ну, вообще нормально так. Да, конечно, идеально, я не знаю, что они думают. Ну да. Вот, молодцы. Читаемый пак. Такие дослушали стрим там, когда дилей пройдет. Ну да, ну да. На самом деле, господа, дилей 3 минуты, тут нереально что-то подслушать, сами понимаете. Может быть, как... Ну, варды мы не будем озвучивать, да, там места, и... Ну и все, остальное как бы... Да, я не думаю, что будет слушать там. Ну, ну всякое там. На ДВГ как бы. Есть и грязные команды. Грязные личности. Так. Ну, Рошана вряд ли будет тут убивать тут. Ну, пока да. А вот, кстати, открываю. Веник покупает смока. Три, походу, они собираются идти хард триплой. Потому что Найкс что-то на топе. Ой, как что? Странно. А, они тут чужой лес. А, нет, да. Вот, это, кстати, ты спалил сейчас. Походу. Ну, 3 минуты, лол. Ну, лол, сейчас кончится? А, ну хотя да. Да кого? Ой, смотри, какой мисклик. Вард поставили на базе. Видать, так уверены в себе, или наоборот, волнение. Кто? А-а-а, вот я это... думаю, волнение. Как-то было. Всё-таки краса это варинации. Последний шанс. Да, да. Хочется отметить последний слот на лигу. Смотри, как инвардность четко прожимает смока между Т1 и Т2. Грамотно. Ой, вот это очень грамотно, да. Это прям то место, где надо прожимать смока. Веник первый идет, смотрите, как, ну вот прям умеет, смотрите, игра, наверное, будет. Не зря мы выбрали эту игру, да, из самих приятных людей. Могут никого не встретить. Ну, в принципе. Хотя вот цемочка. Вот сейчас. Нет. А чё по. Ну, что? Вот надо было. Ну, надо расходиться надо уже. Надо было поставить варты вот на лайн наверх. И вот сейчас алхимика, наверное, кого-то могли убить. Ну, расходиться надо, они сейчас. Протупят и они там... Они решают остаться, скорее всего, в харде или пойти в трех. Ну вот, уже видно, что они пошли, пауза какая-то. А у этих, у Свена килл любого, вайпер в хард пошел. Ну это против Вивера. И трипла с Бонником получается. А, ну трипла с Бонником это намного хуже, как по мне. Тем более у зомбаря есть варды. То есть... Да, я бы остался сейчас триплой. Сейчас они уже остаются, видишь, они как бы слева стоят. А Вивер, типа, вниз пошел с паком. Вивер долго будет бежать до низу, там вайпер уже второй левел получит. К этому Вивер времени. Вивер вообще плохо против вайпера стоит. Не сладко Вивера. Ой, наоборот. А, ну да, Вивер плохо против вайпера стоит. Вот. Какой-то вард странный, интересно, он блочит или нет? Ты как... Да, блочит. Я вот не саппорт, я не знаю. Блочит. Блочит. Инвизик взяли. А, нет, что-то они странное делают. Почему-то они... Unfaceable. А, ну, Найкс... Все, они остаются. Ну, вроде. Нормально. Вот сейчас от исполнения будет зависеть много. Будем смотреть трипл. Да, будет весело сейчас. Ой, я хоть включил? Ага, включил, все хорошо, хорошо. Все у нас есть, картинка есть. Поставили один вард. Смотрим дотку. На кеншин там на верхнюю сейчас, руну. Я камеру плавнее. Один на базе. Плавнее камеру сделаю. Так, ну вот, трипла в трипл стоишь сейчас. Вот тут по-любому все с блады полетят. Mm-hmm. Алхимик уже накручивает, смотри. Блин, ну Семка, я камеру Семка должна первый. Ой, все, взрывается и минус алхимик. Все. Да. И виномайсера видел. Окей, окей. О, все. Ой, минус, хорошо. Все, покусили. Никто не спасет, парни. Почему-то но плохо. Виномайсер, походу, первый умрет. Нет, отбивает. О. Ну и алхимик. А, не качнул тамбу, короче, зомби. Поэтому, наверное, так плохо все вышло. Тамба потом все купил. Блин, по зомбарю уже расстреливает. Ну, сейчас отопьется баночкой. Там венику буквально несколько хп не хватило отпиться, чтобы так, пожить. Я чуть-чуть. Не видел веника, я смотрел наверх. Раскручивает я... без вижона. Рейч не успел. О! Убивает, ты что? Да, это как бы ДВЛ тут. Виномастер тут рейч слил. Умеет нажать. Вот тут. Слил, гейл, вот сейчас, виномастер. Короче, второй левел будет. О, странно, что не качнул ничего зомбаря. Или он что, качнет еще чуть-чуть? А, вот, тамбу, все. Вот сейчас очень опасно драться. Чем дольше файт, тем больше дэмэджа выписывают. Инвардность, да, да. То есть вот замедленно... Ну у них вообще будет... пик такой под доги файты. Да, это Вивер, виномайз... который побегает да. в драках, да. Веник, которого яд дамажит. Найкс, который в принципе не, ну, не ваншутится. Хороший такой, ну... Вивер как раз вот и затягивает время, вот, да, то что была бы сложно была бы какая-то,
еще. Вот, наверное, ну не знаю, вот Пугна бы тут зашла, но с другой стороны Найкс есть, надо брать что-то на врыв. Так, ну, щиток Найкс тут. Лайна как-то странно пушится, то в одну, то в другую сторону. Агрессии не получается. Ой, Вени помешал Найксу добить крипца. Цемка уходит в лес, походу, фармить. Блин, лесные спауны. Надо настроить надо. Скорость камеры, ты не в курсе, где побыстрее? Не знаю. Я-то типа из доты. В общем, тут дабла против триплы остается. Не знаю, насколько это правильное решение. Говно. Потому что сейчас будет очень плохо им стоять. А, во-во-во, нашел. Ой, все, плавненько. Дабла уже на 2. Да, вот эти ничего не боятся. Хоть и 2 милишника, казалось бы, в трипле, да? Но. Но опасно. Да там дикеем, столько. Да. Просто пара дикеев. Пошли зачем-то втроем. Смотри, пошли втроем за ЦМ-кой. Вот это ошибка вообще. Нет, ну да конь. А, тапка нет у Веника. Не знаю, что пошли. Помазал Веник. Помазал. Команда не сориентировалась. Он надо. Плохой мув, безусловно. И гирокоптер на хосте подбегает. Ну это такое, может и умереть. Да. Рейдж, рейдж, ну где рейдж? Ой, алхимик, ой. Плохо, может быть, зомбарю. Надо. Надо хотя бы там будет. Как плохо все сделали. Вот все было как бы хорошо, да? Пошли в чужую. Да, не понимаю, зачем пошли они за ценкой. Так, может тут забрать, наверное, вертолета. Нет, никого он тут не заберет. Но... Его еще могут забрать. Ой, вот это уже далеко идут очень пацаны. Которые свенкил любого, да? Тут пак разберет, наверное, алхимика, все-таки мидер, большой левел, большие тычки. Да, просто вот. Так. Ой, смотри, как грамотно арбу еще кинул, да? Ну, чтоб уйти, ну, понятно, это дефолтная тема на паках. Ну, не знаю. Вот. И там андайн еще цель. Да, 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 да. Все, так что, ну, более-менее хорошо сложилось, но это из-за того, что, как бы, Дайер и Саби, да, далеко побежали очень. Что по крипстату, надо глянуть. В принципе, Вивер выигрывает у Вайпера странно немного. Да. Вайпер, ну, хорошо стоит против Вивера. Кстати, Вивер, да, нормально фармит. Это может порешать вот, в конце игры. Все-таки два керри жестких. Вивер, Найкс. Против. Опять вот план на топе. Ну, вертолет, конечно, есть, но... Вертолет, как бы... Ой, как же больно Найксу. Томп на 2. Не знаю. И вообще зомбарь такой герой. Раньше мы часто играли, да, на нем. Да и раньше он как-то проигрывал, пикался, но сейчас. Denied. В миде вертолет. Ну, надо драться от пака по кулдауну топы. Ой, раскручивает, вот сейчас могут. А, веника. Ой, ой, как бы. Тамбу поставить, все. А что ты? Ай. Ну, ясно. Умрёт-то. Нет. Странно, откуда столько дэмэджа у этого костяного персонажа. У него уже ПТ на 4, у него 7 левел, боже мой. Потому что пока все да, бегали... Да, пока вот эта беготня очень много. Стоял. Найкса 3 просто для сравнения. Он просто подформил, да, когда надо. Сейчас он сожрал, наверное, какую-то урсу и типа уже под 150 бьёт. Все из-за того, то что погнали за ЦМ-кой в лес. Причем без статка был веник. Ладно бы там статка. Radiant's bottom tower is under attack. Такое. Да, усложняют себе жизнь, ребята. Сейчас они в харде не смогут нормально стоять. Да, надо куда-то уходить. Что этот клинк соло. Вертолета, например, забрать. Хотя вот дабла-то не ровнище. Ну, такая относительно веник зомби, да? Там, ну, они вряд ли вертолеты заберут. Ой, как больно. Этот клинк просто в соло забирает. Ну тамбу надо было посмотреть. Это... Ну все, да, это. Надо на Найкс. Пак пытается ворваться, извините, кашля. Вижена нет. Попадает, конечно, Сайлас. Уходить надо, умирает же. Ну, шифт есть. Вивер прибежал даже вот. Ну, очень-очень. Ну, Вивер, наверное, убьет сейчас Кристал Мейн. Хотя, может, и не убить тут, как банка. Или... Могут сейчас еще... Нет, можно задавить было бы алхимика. Ну, конечно, хорошо все, да. Ну, с одной стороны. Им вообще надо как-то тянуть. Вот сейчас пространство дали Вайперу внизу. Он проигрывал по крипам Виверу, сейчас уже выигрывает. Вот.
полторы тысячи по голде. А вот по экспириенсу... Next опять идет на топ. Вот надо, да, надо правильно сделали, свитчить. Вот Найк зря пошел. Надо было засвитчить сейчас. Оставить здесь вивера, тем более, что он уже здесь. И пойти спокойно на низ. Да, ясно. Вайпера оставили еще на прифарме. Вивер нормально бы поставил против Кингса, один в один. У него хотя бы левел такой подобающий. Вот этот гирокоптер в миду. Ну, гирокоптер такой, как бы. Не знаю. Ну, стоит, фармит, может что-то сделает в конце, может ничего не сделает. Как бы, пак, конечно, повыгоднее в миду смотрится, просто как медовый гир персонаж. Мне кажется, вот. Можно было просто вайпера в мид поставить. Ой, как... Кингса вниз. Shift надо. Вот на миде, смотри, смотри. Нет, не наберет. Тут как видишь. Бы сам не сдох, сам бы умирает. Есть еще, да, да, странный вертолет. Наверное, они взяли вертолет, потому что увидели, что дабла не может заромить нормально. Веник зомби. Типа, ну, как-нибудь там. Ну тогда зомби. Можно было вот СФ. Ну хотя там. Можно было СФ. Ой, опять врывается. А можно ромить? Тут, да, опять очень жестко. Штабы убивают. Нельзя же нравиться этим, да, людям. Надо вивера оставить и просто забить. Надо идти вниз. Найкс вообще в лес уходит. Ну, вот надо идти вниз, гангануть вайпера. Вайпер просто стоять. Стоит столько, что он уже как Клинкс нафармил. Ну, то есть просто оставили, он 3 минуты стоит, ничего не делает. Сейчас, так, кстати, вертолет опять может поставиться. Не самый сильный герой. Ой, как... Пак что, не увидел, что он навис? Да. Вот это фейл, фейл. Кстати, вардов нету. И Найкс убивает. Найкс убивает, там вайпер его встретил. Не вижу. Ну, поживет, он наверное. Он быстрый. Рейд. Так, нет. Radiant's bottom tower is under attack. You remind me of my old boss! И уходит. Да. И вайпер уже. Пойдем-то победить. Ну, ой, как больно виверу в топе. Ну вот и казалось бы, набрали нормально и все, но что-то вот пару фейловых мулов. Ты уже начал, да, играть? Не играю, мне тут важнее. Тут спрашивают все. А, нужен, давайте. Так. А мне говорят, что кто-то... You shall not. Кто-то это, надо сдвинуть трешхолд вот так. Левее чуть, может тебе тоже. На всякий случай сдвинь. Вот, сейчас правильный мув делают пацаны, но... Очень поздно. Наконец-то уходит сейф. Вот можно было даже Найкса отправить, да, в лес. Полутать шестой веник зомбарю. И как-то уже 5-5 нормально. У них вроде файт есть сильный. Достаточно просто избежать колдауна в пятерых там. И уже можно браться с него. Там у алхимика уже седьмой. Монетка есть. Ну не монетка, а медалька. Ну, и смотри, сейчас жестко. Драка 3 в 3 будет внизу. И вивер ушел, вивер точно не улетит в драку. Вот. Можно забайтить на алхимик, что он боится. Он вроде уже 7 левел с ультой. Да, и вот ребята стоят с макак сзади. Все правильно делают. Ну, они очень далеко стоят. А, ну хотя день можно было увидеть. Че, гирокоптер подходит. Подходит гирокоптер. Пак, где пак? Пак на портале, в принципе, ну, сейчас пак портуется, сейчас может пак порешать очень сильно в драке. Сейчас 4-5 в драке. Ой, очень хороший. Ой, старый. Пак все очень хорошо. Ой, как хорошо. Тамба где? Тамба дамажит все это время. Не хватило. Но нет. Чуть-чуть. Не хватило ульта от веника, прежде всего. И, ну, наверное, амплифая этого флеш-голема зомбаря. Ну это вот уже как бы... У вивера еще кулдаун на ТП был. Ну это да, он ворвался в том месте, я говорил в начале драки. Но... Не знаю, вот... Проиграли... Плюс у гирокоптера был дабл дэмэдж в бутылке. Radiant's bottom tower has fallen. Ну сейчас уже... Ну да, как бы у них... Ну вот... Все как бы решил тот мог... Ну, плохой... С походом за ЦМ-ка очень много времени потерять. Еще и поумирали там. Да, если идешь в карту, то понял, это совершенно не ошибка. Ну так.
А сейчас так они вот медленно, уверенно. Наверное, команда Свенкил любого доведет как бы игру до конца, но вот если как-то все-таки вот буквально 1-2 файта под Тамбой, под ультом Веника, под Гейлом, по всем, то в принципе все перевернуться может. То есть сильная очень связка. Мне кажется, сейчас им надо Вивера оставлять на лайне, просто шифтом брать смока и идти. Ой-ой-ой. Тем временем сами эти ходят. Надо шифтануть, да, первый шифтануть. Хорошо. Ой, виномазь. О, он битый очень летел. Тут, наверное, вот эти минус 2. А Вивер нельзя ультовать сейчас, Вивер. Потому что сейчас можно, да. Все грамотно сделал, мог ультануть раньше и улететь в место, откуда улетал. Может, конечно, он там... Виномастер туда притупышился на мид? Да, он влетел на мид и с одной тычкой просто подвал. Во внизу просто Гангал Клинкс. Я думал, он прочитал и на базу начал тпшиться. А в итоге он там на 18 хп притупышился. Да. И прям, короче, с колда... со второй плюхи колдауна отъехал. Неудачно. О, разменялись 2-2. Хотя... Ну, Веник там и так какой-то мертвый был. Так что 2-1.5. Веник встречает Клинкса. Замбарь с вардом. Помазать. Ой, все, походу умирает. Да тут минус 3, походу, я думаю. Нет, рейдж есть, ну что ж ты делаешь? А, вот так вот, хорошо. На, ой, просто... Просто не остановить уже. А, ну он съел, да, кого-то? У него очень много... Нет денег. Установ у них, вот это вот да, плохо. Да, да. Но как бы Кринкс-то последним был взят, то есть... Ну, они как бы... Ну, не могли так как бы брать станы, там, смотреть. Вот странный бан БХ был. Если уж и банить, то вот как раз Кринкса бы и подбанит. Все-таки жесткий. Сейчас ты, конечно, можно уже говорить, что ну, Кринкса да, надо да, было. Да. В принципе, можно было сыграть и так, и с Кринксом. Дело не в этом абсолютно. Химик, полхимика Дагер появляется. Ну, надо нетворкс открыть. Как бы в топе Клинкс, просто его не догнать, 7400 денег. Второй их же Вайпер. 4, их только потом Вайпер идет. КБ делает. Меки нету у команды, но и, они и без Меки выиграют. Ну, как за Арчит появился. Вот это Арчит, это очень жестко. Правильно Клинкс решил, что не собирать всякие медасы, а то есть такие там... Формящие какие-то кингсы. Итоге... Ну, как бы они стояли трипла в трипл уже. Да, опасно делать на вас. А мне до медасов. Пак, видно, старается. Но... Даггер уже, да? Это уже даггер, да. Ну, тут поживет. Вивер скорее... Нет, смотрите, как больно. Вот сейчас надо 2 тычки, можно убить. Ну, сейчас развернуться и убить, да, да. Ой, нет, сейчас можно сдохнуть. Не, не убьет, сейчас, сейчас... сдохнет. Нет, еще. Нет, наверное, здесь хватит. Смотри. Надо поймать. А, у него на раз, наверное, вертолета. Рокет? Да. Так бы убило, конечно. Ну, Крикс, вот сейчас опять съест Урсу. Смотрите, вот дэмэдж. Сколько? 120, бах. 180. Radiant structures are останов нету, и он как бы... Radiant's middle сейчас надо одеть. Да, если нет. Странный колдаун, можно зашифтить было, пак не зашифтить. Просто сократить. Ой, какой же дэмэдж. Ну тут, мне кажется, это похоже. Может, так рано писать, конечно, парни не будут, но... Все-таки, я думаю, до конца. Все-таки последняя попытка попасть в первую дальневосточную лигу по Dota 2. Ну, может, не первую дальневосточную. Один слот. Одну из. Вот, кстати, один не такая команда плохая, вот, Инварнес, да? То есть, есть команды, которые намного послабее, я думаю, просто им не повезло вот здесь. Еще первая игра вот самая такая. Ну, то есть, планы, как бы, по шансам было пройти, если б нет. Рошан has fallen to the dice. На сетку Вани тоже глупо. Надо ну, играть. Как бы, причем тут сетка все равно один, одна команда. Ну да, ну то есть... Не, ну может просто разогреться можно там, не знаю. Пару выиграть, там, ну, чик-чик. Надо было вчера разогреваться, сегодня уже все серьезно. Ну да, серьезно. Каждая ошибка уже на вес золота. Варды... Все вардят, все играют дотку. Серьезно, да. Пак вот, пак казалось... Ну блин, пак на самом деле хорошо отыгрывал, но...
1-5-7, видно как бы по счету. 7 ассистов во всех, ну почти во всех драках. То есть если пока не было. Dire's middle tower is under attack. Сейчас не знает, что делать команда Инварнес. Что-то на экс сапа в хард. Что-то пак ушел в хард, потерялись, да, вивер на мид, ну, со всеми остальными. Если алхимик сюда... накручивает на миду, смотри. Ой, успел куча нажать. Вверх. Ультанет, наверное. Уже вынимался, умер. Ну тут... А, веник так и до сих пор не взял шестой. Тут, походу, минус два. Феникс еще кого-то встретил. Ой, как сильно зомби ездят это. Да, все это как бы. И тут на Найкс еще умрет просто от Кингса. Нет, пожил. Ой, пожил. О, стопрок уходит. Хорошо, стопрок уходит. Ой, пак, смотри, на миду забирает. Пак, потеет, потеет. Сейчас шифт дануть. Ой, ой. Можно убить алхимика, можно убить. Уходит. Ой, шифт. Ой, какой плотный пак. Ну, как бы... Да. Ну вот сейчас надо... пожить может, сейчас шифтануть надо. Давай. И орб хочется. А, вот, очень хорошо. Давай, давай. Сейчас может убить. На лоу-граунд, на лоу-граунд. Ну все, тут уходит. Лоу, вот это странный мув, может сдохнуть. Мог с орба уйти. Ой, ну то просто топ-10 вигли. А, у вивера, ой, вот убил бы. Ой, как... Вот и умирает раз. Как бы клинкс клинксон, но он очень тонкий. Герой 1000 хп. Дэмэдж, конечно, бешеный, но... Был бы какой-нибудь типа стан, там тот же Леон, например. Стан плюс Хекс, этого хватило этому Клинксу. Ну то есть, сколько бы слотов у него не было. Пока БКБ не собрал, будешь отъезжать просто за стан. Пак, даггер убегает. Опять побежал вивер. О, этот. Вот сейчас может пак уже как бы... Вперед, да. Без шансов. Да. Тут ботл можно, но был бы... Ну... Там его герой просто встречал. Нет, это уже очень плохо. Для команды, ну надо смока какие-то, но вот ребята стараются какие-то лайны. Они впятером, видишь, тут даже никого не выцепишь. Эти впятером все ходят. Ну да, это команда. Ну вот алхимик уже соло убивает Найкса. Кстати, Найкс может развернуться с плюс один и надавать алхимику. Походу. Radiant's middle tower is under attack. Да. Очень плохо. Все пошло. Radiant's top tower is under attack. Пролетает БКБ Клинкс. Вот этот 15-2 Клинкс. Это, вот казалось бы, если не будет Клинкса, все по-другому было, но все-таки Клинкс есть. Да, недавно нас тоже Клинксом унизили. Да, ну вот как опасно. А мы закомбэчили там или нет? А, нет, мы тоже не закомбэчили. Да. Ну нас там потом тебя диснуло, мы могли закомбэчить. Ну да, как бы, если Клинкса за месяц, то... Вот станы нужны. Можно... Ой, вот сейчас хорошая драка может получиться. Все-таки без алхимика парни, ЦМ-ка дох. Добили. Вот сейчас алхимика можно убить, резко. Нет, дэма же уже нет, абсолютно. Блин, алхимика ты резко никак не убьешь. Ну, чем ты там? Ладно, все, GG. Ну, все к этому шло. Не сказать, что команда плохо... Ну, то есть, как... Плохо сыграл и раз просрали, конечно. Но не самая слабая команда на турнире, есть, что-то есть чему учиться. Да, но как бы да, что-то есть, что-то вроде вот знаю. Вот этот пик за морями сейчас... очень понравился. Думаю, сейчас загрузят реплей, обсудят ошибки. Может быть, даже стрим посмотрят.